Пришла посылочка с DDM Racing на лося. Пришли тюняшки. Значит, ну это уже я надорвал, распаковал. Но в принципе было видно, что скорее всего посылочку на таможне вскрывали. Потому что заводская упаковка была в принципе разорвана. Ну как бы ничего страшного. Наверное, Почта России ищет террористов. Значит, что мы заказали? Пришло много всего. ДДМ конфетки в этот раз не положила, жаль. Значит, что мы заказали на лося? Лепошка бортовая 7200 с Killer RC. Специальная. Пришла вот такой вот упаковочке. Хорошей, красивой, надежной, практичной. Вот, пришла с ДДМа Крым за реально 15 дней, 2 недели. Очень круто, огромный респект. Значит, здесь у нас в пакетике стопорный пин для того, чтобы можно было снять с мотора, там, например, полстартер, чтобы крыльчатка, ну, поршень, чтобы не вращался. Вкручивается вместо свечи. Стоит что-то порядка 6 с чем-то долларов. Крутился вместо свечки и зафиксировал поршень. Поршень не ходит. В принципе, штука полезная, особенно когда меняешь сцепление или что-то, чтобы было удобно. Ну и то, что я давно хотел, потому что еще у меня проблема с полстартерами, они постоянно ломаются. Может быть, у меня руки неправильно растут. Ну да ладно. Значит, 90 баксов стоит на ДДМе. Turtle Racing Full Starter, который прикручивается к крыльчатке мотора. Вот эта штука вкручивается, я так понимаю, туда, в крыльчатку. Да, там видео было на канале Fast Eddie. Он показывал, как это делается. Так он ставится. В принципе, знающие люди говорят, что полстартер фактически вечный. Вот. Взял такого цвета, что-то он такой немножко поцарапанный какой-то, бэушный что ли положили, непонятно. Вот. Собачка надежная такая. Я думаю, что пыли он бояться, но в принципе я думаю, что не должен. В принципе максимально механизм закрыт, есть вот отверстие для вентиляции. В принципе можно его поставить, я так понимаю, раскрутив по разному положению. Так, так, так. Здесь это все снимается, раскручивается, болтики, винтики. Вот, в принципе, лося сейчас не покажу. Стоит он без мотора с карбюратором. Мотор, поскольку бралась модель бэушная, значит, отдал мастеру. Для того, чтобы он вскрыл мотор, посмотрел. Чтобы он посмотрел, что там с карбюратором. Карбюратор, наверное, 813 все-таки будет заменен в ближайшее время на 990 по совету дяди Юры, по совету Шейченко Максима, вот, по совету Влада BMW. Будет меняться, скорее всего, карбюратор на новый, потому что со старым что-то мы совсем не дружим. Вот, в принципе, на подходе еще комплект 24 подшипника на лося. Совсем недорого был взят на Алиэкспрессе, отправили. Корка на лося в Санкт-Петербурге, умельцы делают, крышу новую заказал, должна прийти. И в принципе, ну там еще свечи, провода на свечу должны прийти из тюнинга. Но в принципе пока все, вот такие вот тюняшки у нас пришли. Немного, но в принципе все достаточно полезно. Сейчас будем заряжать, смотреть по банкам, что с проводами. Вот, поэтому все. Всем пока.